Но все время всегда стремиться к лучшему. На самом деле больше эффектов, больше возможностей для света, потому что приезжают московские режиссеры. А у вас есть, вот, например, профильненькие головы, чтобы вырезать квадрат? Нет. А почему у вас нет? Ну, вы все такие умные из Москвы, знаете. Дайте денег, не учите меня жить, помогите материально. Теперь на все запросы гостей из столицы Иркутску есть что показать. Заслуженный работник культуры России, мастер по свету с почти 50-летним стажем Галина Мельник признается, это лучшая светотехника, которая когда-либо была в Мустеатре. В этом году художник отметил юбилей. Говорит, о лучшем подарке и не мечтала. Я его всю жизнь ждала, что я даже еще не поняла, что это подарок и в чем его функциональность. Потому что вот самое главное, это все эффектно. Но когда ты начнешь писать свет на спектакль, ты... И у тебя будет опасность в этот спектакль впихнуть весь этот свет. А он туда не впихнется, грубо говоря, понимаете? Тут еще такая работа кропотливая предстоит, чтобы оценить каждый прожектор. Теперь будет освещена почти вся сцена. У мастеров по свету больше простора для фантазии. Они могут работать с оттенками, улучшать качество цветопередачи, направление света и прочие факторы. В театре появились новые разновидности световых приборов. Возможности современной итальянской техники помогут профессионалам сделать на сцене новые художественные элементы. Старую технику полностью демонтировали, новую подключили за время летней паузы. Мы полностью демонтировали все кабельные трассы, трассы управления, которые были в театре с момента его постройки. На это место были, значит, заведены и проведены новые линии полностью. Чтобы успеть в срок, мы работали параллельно на Иркутской фабрике, изготавливалось все вспомогательное оборудование, которое нам позволили, несмотря на санкции, а оплатить напрямую в Европу и напрямую из Европы вывести в Россию. То есть мы не работали по какому-либо параллельному импорту. Основные средства на покупку светотехники выделили правительство и Министерство культуры региона. Это впервые такая масштабная замена оборудования в театре за 35 лет. Потому что раньше мы это делали точечно, ну, из-за морального, технического износа меняли какие-то приборы. А вот чтобы вот так масштабно и сразу 230 приборов, два пульта управления и еще очень много дополнительного оборудования, это, конечно, впервые. К новому сезону театр уже обновился по полной. Так, недавно здесь появилось современное звуковое оборудование. Поставили и свежий занавес. Сейчас мы находимся в музыкальном театре, который получил в этом году из регионального бюджета более 200 миллионов на замену светового оборудования. Здесь сейчас появилось оборудование, которого не было ранее. И, конечно, для нас это новый импульс к развитию. Творческий дебют у нового оборудования состоится уже 2 сентября. И в этот день в Иркутском музыкальном откроется фестиваль «Звезды на Байкале». И, конечно же, любимых зрителей техника удивит своими возможностями 21 сентября. В этот день в театре откроют 84-й сезон. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.